Каб повысить якость подрыхтовки инженера у Белорусско-Российском университете, открыли Центр технического навучания. Проект реализуется при поддержке американских технологов и навуковцев. Махчимости такий центр открывает широкие. Студенты и выкладчики университета, до прикладу, смогут выточивать детали, попередне распрацованные на компьютеры. Универсальное обсталявание дозволит будущим инженерам засвоивать любые материалы, такие как алюминий, чыгун альбо сталь. Диапазон обрабатываемых деталей широкий. Это самые сложные поверхности, резьбовые поверхности. То есть фактически любую техническую задачу можно по металлообработке решить при помощи данного оборудования.